Чудеса своими руками – это возможно. Уверены участницы традиционной предновогодней экспозиции «Ярмарка чудес», которую в минувшие выходные принимал бизнес-центр «Дидас Персия». Более 60 мастериц представили на суд искушенной брестской публики произведения искусства из самых разных материалов – разноцветных тканей, лент, всевозможных дополнений из полимерной глины. Найти подарок для себя и близких здесь мог даже самый взыскательный покупатель. Где-то около 60 мастеров представлено на этой выставке. Техники самые разные. Здесь и мыло ручной работы, и игрушки из текстиля, и керамика, и бисероплетение, и декупаж. То есть очень-очень много разных направлений. Новогодний декор, авторская кукла, бижутерия, валяние. И это не полный список представленных на вернисаже видов творчества. Кто-то в таких мероприятиях участвует регулярно, совершенствуя от выставки к выставке виды и формы самовыражения. Кто-то участвует впервые, вдохновившись красотой предыдущих хендмейд-экспозиций. Главное, что объединяет всех мастеров, это любовь к тому, чем они занимаются, и тепло, которое исходит от каждой рукотворной работы. Ведь многие начали творить именно благодаря детям. На новогодней ярмарке в этом году в первый раз увидела куклы. До этого производством одежды занималась, загорелась этим. Вот занимаюсь, с тех пор занимаюсь, научилась делать немножко игрушки. Творческий райский уголок останется в сердцах посетивших выставку брещан ярким и очень теплым воспоминанием. Однако организаторы уже приоткрывают завесу тайны. Уже совсем скоро у берестейцев появится новая возможность познакомиться с работами рукодельниц-мастериц. Следующая хендмейд-выставка появится в городе над Бугом в преддверии светлого праздника Пасхи.